Для профилактики транспортных происшествий ГИБДД республики проводит различные мероприятия, в их числе акция «Осторожно, дети». Сотрудники ведомства провели рейд рядом со школой номер 58 города Махачкалы. Оказалось, детей со школы домой забирают водители маршруток, прав на вождение у которых вовсе нет. Кроме того, транспорт вплотную перегружен, и это не все выявленные нарушения. Хамза Нурмагомедов расскажет больше. Сколько влезет, столько их и повезу. Такое отношение водителей может стоить жизни или как минимум травмам. Перегруженный автомобиль тяжело управлять, поэтому пассажирам стоит подумать, прежде чем сесть в маршрутку, то есть стоять в ней. Толкучка и драка. В салоне иногда бывает трудно дышать, признаются ребята. Вместе ехать может быть и веселее, но когда машина резко останавливается, больно. Держаться-то не за что. Один раз вот так остановился, и все-таки вот так пошел. Так, да. Чуть тогда так не ударились. А я ударился. У нас там места не хватает, нас просто жмут здесь, и мы пачкаемся, тут и такие места удобные. А вот школьники постарше видят в этом больше выгоды и готовы терпеть неудобства. Как по мне, вполне удобно, потому что с дома выходишь, сразу тебя спокойно, ты не стоишь на остановке, не ловишь маршрутку, ничего, ты сразу типа стоишь в машину теплую и уезжаешь в школу, и ты со школы сразу же выходишь, и тебя отвозят домой, вполне удобно. Водители этих газелей дорожные полицейские остановили недалеко от школы. Помимо нарушений всех требований перевозок, у одного из них не оказалось при себе водительского удостоверения. У человека бывает, что ошибается человек, забывает, прежде чем выехать с дома, вы перевозите детей. Вы должны убедиться, что у вас есть все соответствующие документы. При этом родители, работая водители, как ни странно, довольны. Впрочем, этому есть объяснение. Нанимать шофера, который прямо со школы до дома довозит ребенка, выгодно и удобно. Автобус не может всех родители, перевозить. А родителям родители, что, больше делать нечего? У них, они могут зарабатывать целый день. Эти водители, они стоят вот здесь, они контролируют моих детей, когда они выходят, что они делают, дошли они до ворот, не дошли, если что, они звонят родителю. Этим делами автобус не будет заниматься. В этой школе учатся более 3000 человек, а два автобуса, рассчитанные на 100 пассажирских мест, как выяснилось, еще и не работают. Лицензию не получили. Ну, буквально в течение этой недели, возможно, на следующей неделе уже автобусы поедут. Детей все же высадили, владельцам транспорта выписали протокол. Сотрудники ГИБДД еще раз призывают взрослых беречь себя и своих близких, не нарушая правила безопасности. Цель, конечно, это безопасность детей и обеспечение безопасности дорожного движения. Уменьшить детский травматизм, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими детьми. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.